Перед нами файл с белым бэкграундом. Выделяем все. Копируем. Создаем новый слой. Вставляем. Нижний слой выключаем. Идем в инструменты. У нас есть либо Quick Selection Tool, либо Magic Wand Tool. В данный момент я возьму Quick Selection Tool. И выделяю область, которая мне не нужна. Вырезаю. Теперь сохраняю с максимальной компрессией. Иду в файл. Save for Web and Devices. Перед нами появляется окно, в котором отображается у нас в левой части наше оригинальное изображение, в правой то, что с ним будет после компрессии. Выбираем компрессор. В данном случае нам нужен PNG, поскольку он поддерживает прозрачность. Справа мы видим размер изображения, который будет у нас после компрессии, а слева указывается размер исходного файла. И нажимаем Save.